Металлист отправляется в гости к аутсайдеру. В субботу желто-синих ожидает на данный момент одна из менее успешных команд сезона – запорожский «Металлург». Подопечные Анатолия Чанцева по итогам 7 туров смогли разжиться всего лишь 2 очками, сыграв в ничью с Говеровой и Ворсклой. В остальных же «Металлурги» неизменно терпели поражение. Не в лучшем психологическом состоянии ныне пребывает и «Металлист». Харьковчане хоть и имеют на 5 баллов больше, положительными результатами в последних матчах похвастаться также не могут. Свои поединки 7-го тура и «Металлург», и «Металлист» крупно проиграли. Оба в родных стенах, участникам Еврокубков. Запорожцы со счетом 1-4 уступили Днепропетровскому «Днепру». Харьковчане и того больше – 0-5 донецкому «Шахтеру». В такой ситуации оба коллектива, безусловно, захотят реабилитироваться. Все харьковские болельщики верят, что лучше это получится у подопечных Александра Севидова. В 5 последних матчах между «Металлургом» и «Металлистом» на поле Славутич-арены было зафиксировано 4 победы нашей команды. И лишь в недавнем поединке, который состоялся в апреле этого года, хозяева смогли отстоять ничью. Свой визит в город на Днепре харьковчане традиционно нанесут 2 командами. Сначала в пятницу в полдень на учебно-тренировочной базе «Металлурга» сыграют молодежные составы, а уже в субботу состоится и главный матч. Северодонецкий арбитр Александр Головков выведет команды на поле Славутич-арены в 19:30.